Так, утренняя прогулка по Вильнюсу. Погодка такая пасмурная с утра. Идет, был дождик, может закончился. Вот такие домики интересные, все такие модные, новенькие, европейские. Ездит машина. Красота. Везде чистенько убрано. Все, двигаемся дальше. Смотрите, вот такое модное заведение. M.E. State House. Стейкхаус. Ресторанчик. Модники. Здесь есть постройки более старинные. Улица Джиозапавичес улица. И вон еще там есть кафешка, кавиарня. Красиво очень в Вильнюсе. Все ухожено, все аккуратненько. Приятно ходить и гулять по улицам. Тишина везде, спокойненько, никто никуда не спешит. Понедельник, утро. Люди потихоньку идут на работу. В общем, красота. Двигаемся дальше. А вот вышли на оживленный проспект. Здесь есть автобусы. Троллейбус номер 12. Магазинчики сдаются в аренду тоже. 135 квадратов. А вот такие паркоматы стоят. Самообслуживание. Паркоматы. Интересно, сколько парковка стоит. 1 евро, 2 евро. Цена. 12 минут. 30 евро. Интересно. Зато везде порядок. Есть вот такой транспорт, самокаты. Народ передвигается, кто на чем хочет по Вильнюсу. Ага, вот автобусы. Автобус